Говоришь, что вспоминать свое прошлое можно, но нужно быть психологически готовым к тому, что ты увидишь что-то непристойное, что ты сделал в прошлом. И ты должен не иметь психологической травмы, увидя происходящее. Он говорит, например, если ты кого-то убивал, то увидеть, как ты, собственно, руками, например, убиваешь беззащитных или невинных людей, это может быть психологическим шоком. Нужно быть готовым, чтобы это принять спокойно, разумно и беспристрастно. То есть увидеть ситуацию, осмыслить ее, принять и сделать для себя выбор. Многие люди воспринимают подобное происходящее как шок, и это ложится большой психической нагрузкой на их жизнь. Зачастую это лишает их возможности действовать и накладывает отпечаток, который не дает им действовать, который вводит их в состояние ступора, в состояние страдания, то есть он не способен дальше двигаться, то есть этот груз для него слишком тяжелый. То есть если ты к этому готов, ты можешь копать свое прошлое и идти туда. В самом факте того, что ты хочешь это узнать, нет ничего плохого. Нужно просто быть готовым к той информации, которая придет. То есть относить неадекват. С одной стороны, и не сквозь пальцы, с другой стороны, и не впадать в состояние ступора или какой-то вялотекущей прострации. Он говорит, что он ответил тебе на твой вопрос.